Под Макеевкой военными корреспондентами Министерства обороны Донецкой Народной Республики найдена стоянка древних укров. Археологи будущего будут пытаться понять, почему стоянка расположена здесь, а не у воды, хотя рядом водохранилище. Почему этот древний народ, пришедший под Гаверу 150 тысяч лет назад и дошедший в 21 веке до северных и южных окраин Макеевки, накопал кучу ям и траншей, но ничего построить так и не успел? Вполне возможно, это та самая ямная культура. Правда, вокруг его стоянок обнаружено множество пластикового мусора, пэт-бутылок и пакетов от сухпаев. Историки будущего, если опять что-нибудь не напридумывают в угоду политикам, возможно, и подкорректируют, что здесь была граница их наибольшего проникновения, что они древние или, возможно, дремучие укры поставили здесь свой сторожевой пост. Поскольку сами построить за 24 года ничего не смогли по целому ряду объективно-субъективных причин, рыть ямы и траншеи под чутким руководством заградотрядов правого сектора не в счет. Они считали, что и другим нельзя позволять иметь другой образ жизни. С этой позиции они корректировали огонь ствольной и реактивной артиллерии по Ясиновскому коксохимическому заводу Макеевки и микрорайону Черемушки, которые отсюда очень хорошо видны, и неоднократно обстреливались в июле-августе, а вид действительно отсюда хороший.